Рувим, к тебе обращаюсь. Обещаешь ли ты любить твою жену, заботиться о ней, беречь ее, оказывать ей честь, поддерживать ее, утешать ее в дни благополучия и ненастья, в дни радости и горя, при здоровье и болезни, и оставаться верным ей, доколе смерть не разлучит вас? Обещаешь ли ты любить твоего мужа, повиноваться ему, заботиться об его авторитете, почитать его, беречь его и поддерживать его, помогать ему, утешать его в дни благополучия и ненастья, в дни радости и горя, при здоровье и болезни, и оставаться верной ему, доколе смерть не разлучит вас? На основании Священного Писания объявляю с этого дня, 11 мая 2019 года, брата Рувима Дашкель законным мужем для сестры Оли Дашкель, сестру Олю законной женой для брата Рувима. Да благословит вас Господь!